Машинка Барон 578. Аналог машинки корейской Кодос 9620. Завод выпустил такую же машинку. Ничем не хуже. Так, кнопка включения. На цифровом дисплее отображается заряд аккумулятора, разряд. Есть регулировка ножа от 1 до 2 миллиметров. Лезвие с титановым покрытием. Легко снимается. Также легко одевается. Все, в комплект входит щеточка, масленка, блок питания и две насадки с двух сторон, получается на 3, на 6, на 9 и 12 миллиметров.